Ірина Каїрова, консультантка з правильного харчування, дієтолог із досвідом роботи у 5 років, спортсменка-пауерліфтер. Так, доброго ранку. Доброго утра. Вітаю в нашій ранковій студії. Завжди приємно вас бачити в студії, тому що знаємо, що зараз дізнаємось багато корисної інформації про наше харчування, про те, що варто знати. Отже, сьогодні будемо говорити про те, що часто ми хочемо відкласти сніданок. Ми не хочемо їсти, нас нудить там, наприклад, або ми не встигаємо, і ми кажемо, та ні, потім. Це все в обід, потім нас доженемо. Чи можна так робити, чи ні? Доброе утро. Еще раз, мне тоже очень приятно всегда быть у вас в гостях. Значит, почему самая большая как бы, проблема и причина, почему утром люди не хотят завтракать? Потому что они переедают на ужин. И вся пища не успевает вовремя переработаться. Всю ночь она у нас стоит, бродит в кишечнике. И на утро нам просто нет места для нового приема пищи. Очень часто распространенная проблема у людей, которые достаточно активный образ жизни ведут. Утром они опаздывают на работу, они стараются пропустить завтрак. Особенно это касается девочек. Если мы проспали, у нас выбор или быть красивой, или быть не голодной. Поэтому мы все красивые, мы все... Не, звісно, такі дівчата, які встигають усе зарано, коли деякі все ж відкладають сніданок на обід. Это ведьмы. Поэтому не нужно пропускать завтрак, потому что после ночи, когда наш организм в течение ночи восстанавливался, тратил свои ресурсы, у нас пониженный уровень глюкозы в крови. Если вы не будете завтракать, с вас работник и человек в течение дня никакой, потому что у вас пониженная энергетическая как бы, энергия в организме. Вам необходимо обязательно утром восполнить эту энергию, повысить уровень глюкозы. Но вот чем завтракать, это тоже очень важно, потому что существует очень много мифов по поводу завтраков. Так, ось, наприклад, на деяких форумах читаю, я щоранку там снідаю хлоп'ями там з магазину або якимись пластівцями сухі сніданки або готую млинці. Чи можна таким снідати? Вообще-то желательно любой завтрак, если уж мы говорим о завтраке, да, но завтрак должен быть здоровым. Любые хлопья – это уже переработанные продукты. Чем менее переработанный продукт, тем он полезнее для здоровья. Дело в том, что все, что вы съедите на завтрак, ваш организм как бы получает установку, что перерабатывать в течение дня. Если вы съедите сложный углевод хорошего качества, цельнозерновую кашу, цельнозерновой хлеб, хлебец, да, значит, в течение дня организм будет настроен на то, чтобы именно такую пищу перерабатывать. То есть любые углеводы, которые даже чуть-чуть вы переберете в течение дня, организм их переработает, и это не уйдет в жировое депо. Поэтому очень часто вы заметили, особенно на Западе, самым распространенным завтраком является яичница, жирный бекон и цельнозерновой тост. А для деяких це, мені здається, взагалі страх, ну такий. Бояться особливо з утра, якщо у вас немає особливостей здоров'я, зв'язаних з повищеним холестерином, не потрібно. Діло в тому, що в яйці, особливо в жовтці, содержиться основний набор амінокислот, необхідних нашому організму, основний набор холестерина і полезних вітамінів. Утром ви з'їдаєте білкову пищу, отримуєте полезні жири, отримуєте з тоста клітчатку, все отлично, ви заряджені, у вас є енергія, у вас будет 2 часа времени, когда ваш организм не будет ощущать голод. И это очень хорошо. Это... А як щодо не тільки їжі, а можливо і того пити каву, чай до, після, тому що з цим також багато суперечок. Да, це теж дуже важливий момент. Діло в тому, що кофе, содержащий кофеїн, дуже сильно роздражає слизисту желудка. Тому кофе натощак, особливо так, як потрібно його пити без сахара і без молока, употребляти категорично не можна. Кофе можна употребляти одразу ж після прийому пищі. Це допускається. А от з чаєм намного складніше. Діло в тому, що теаніни, вони по своїй сути более крепкие, чем кофеин, поэтому они еще плюс препятствуют всасыванию белка из пищи, поэтому чай можно пить наоборот до еды или отдельным приемом пищи, но ни в коем случае не сразу после. Вы заметили, что культуры, страны, где чайная традиция достаточно развита, у них обязательно чаепитие – это отдельный прием пищи. Ну так, наприклад, там в Туреччині чи в Англії вони окремо збираються на чай, так, а потім вже якусь вечерю чи обід сумісний. Як ви ставитесь до різних цих круасанів, можливо, приготованих там з якихось інших магазинів, які хочуть собі їсти? Або ось, наприклад, бутерброди з м'яким вершковим сиром полюбляють на сніданок деякі. Діло в тому, що якщо бутерброд зроблений правильно, тобто цельнозерновий хліб, навіть якщо це м'який або полум'який сир, але він хорошого качества,
качества, он выдержанный, он сделан по технологии, почему нет? Не нужно бояться жирных калорийных продуктов. Если данный жир вписывается в ваше БЖУ, пожалуйста, употребляйте, ничего страшного в этом нет. Насчет круассанов, если вы приготовили его дома самостоятельно, или вы знаете 100%, что его приготовили из настоящего органического сливочного масла, да, которое 82% жирности, тоже ничего страшного в этом нет. Цельнозерновая мука, сливочное хорошее масло, да, это калорийно, но это не вредно для здоровья. Но если это круассан, купленный в супермаркете, там вместо сливочного масла маргарин, спред или какой-то сливочная растительная смесь для выпекания, да, которая не принесет вам пользу, это из категории трансжиров, это забьет ваши сосуды, вместо энергии, наоборот, оно приглушает вашу энергию в течение дня, вы заметите, после таких вот сладких, да, не очень качественных вещей с утра, у вас сначала минут 15-20 всплеск энергии, да, потому что слишком быстро повысилась глюкоза, минут 10-15 проходит, вы забыли, что вы поели. Все, потому что энергия упала, уровень глюкозы опять упал. Так вот в чем причина, все и отсюда начинается сахарная зависимость, когда организм, очень ему нравятся вот эти вот скачки глюкозы. Именно из-за этого потом съели сладкое, получили скачок глюкозы, понизилась она опять, и вам опять хочется сладкого. З утра таким балуватися не стоїть. Угу. Так, запам'ятали. А тепер також найголовніше питання. О котрій годині варто снідати? Тому що прокидаються всі по-різному. Хтось може снідати о 5-й годині, чи можна так робити. Хтось може взагалі о 10-й, хто як прокинеться. Значить, який період? Существує середньостатистичне найкраще время, коли організм настроєний на те, щоб качественно переробити пищу. Це з 6 до 7 утра. Но так як у нас у всіх людей різний ритм, да, різний режим, необхідно завтракать не позже, чем через час после того, как мы проснулись. Потому что как раз в этот период у вас получится сделать все свои утренние процедуры, выпить водички правильно, да, чтобы запустить нашу работу желудочно-кишечного тракта, и уже после этого позавтракать. Угу, так, запам'ятали, так, за годину після сну, так. І також я слідкую за вашою сторінкою, думаю, багато наших глядачів також, можливо, бачили. Ви часто готуєте і пропонуєте якісь сніданки у себе на сторінці, от, що б, можливо, запропонували сьогодні приготувати? От у четвер, 7 листопада, що приготувати на сніданок? Значить, мій найлюбіший завтрак – це гречнева каша, яйцо пашот і овочний салат. Но тут маленькое но. Овощные салаты свежие утром можно кушать только тем людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Почему? Потому что очень часто свежие овощи способствуют вздутию. И у людей, у которых есть, допустим, расположенность гастритом, язвенная болезнь, у кого есть колиты или, допустим, склонны к чрезмерному метеоризму, лучше тогда утром заменить не на свежие овощи, а, допустим, сейчас очень классный сезонный овощ – это тыква. Тушеная или запеченная тыква. Так, ось такий варіант. І також декілька питань хотіла б ще за вашу практику. Можливо, ви ж слідкуєте, так, допомагаєте іншим слідкувати за їх способом харчування. Які, можливо, найбільші міфи були, саме ви чули стосовно сніданку? Очень часто люди думають, що завтракати потрібно тільки овсянкою. Овсянка, везде овсянка. Діло в тому, що на протяженні дуже довгого часу в Совєтському Союзі іменно овсяна каша рекомендована була для завтрака, потому что по медицинским протоколам ее, особенно в таком слизистом виде, да, употребляли для питания людей, у которых есть гастрит или язвенная болезнь. По последним исследованиям, и люди эти не выздоравливали. То есть вот они всю жизнь лечились от этого, всю жизнь ели овсянку на воде, и улучшений явных в состоянии людей не было. По последним медицинским исследованиям, оказывается, овсянка – это каша, которая повышает кислотность желудка. Вот когда она вот в этом слизистом состоянии, вначале она обволакивает слизистую, и у человека наступает моментальное улучшение. Затем, когда слизь начинает перерабатываться, она повышает кислотность желудка, тем самым раздражает слизистую еще больше и вызывает новый виток заболевания. Поэтому, если у вас есть повышенная кислотность, или вы чувствуете хотя бы иногда изжогу, овсяная каша в вашем рационе с утра должна быть только иногда. То же самое касается хлеба. Смотрите, мы в принципе едим цельнозерновой хлеб, его можно, нужно и так далее. Но если у вас есть те же самые проблемы с желудочно-кишечным трактом, ржаной хлеб, черный хлеб, особенно с корочкой, вам тоже кушать нельзя. И еще самый большой миф – это люди считают, что если они из хлеба сделают тост,
он будет более полезным. Дело в том, что калорийность его будет такая же самая. В составе будет чуть-чуть больше канцерогенов за счет термической обработки, особенно если еще намазали маслом и поджарили, да. Воды просто будет меньше, и ваш организм будет для переработки такого тоста требовать просто больше количества выпитой воды. Ох, скільки інформації, я думаю, всі запам'ятали, тепер замислились, чим вони будуть сьогодні снідати або вже завтра, хто вже поснідав. Дякую вам. Ірина Каїрова, консультантка з правильного харчування, сьогодні була у нас в гостях. Тепер знаємо про усі нюанси і важливість сніданку. Тепер, я думаю, будемо більш ретельно до цього ставитись. Дякую.